Приветствую всех в новом влоге. Вот мы вернулись из деревни в Ярославль. Уже прошло несколько дней, у меня была учеба, я ходила на тренировочку конную. И сейчас мы встречаемся с друзьями, идем на ужин, пообщаемся, давно не виделись. Затем ребята идут в кино, а я пойду выбирать себе платье, надеюсь, что получится. И желаю вам приятного просмотра в этом влоге, хорошего настроения и поехали! Я не купила, но купила все равно кое-что мне нужно для дня рождения. И сейчас мы идем в бар. То есть я когда давал фильмы, когда был в WhatsApp, деловые линии со своего аккаунта. Всем привет! Мы приехали сейчас в Дзержинский район. Уже пару дел сделать, потом едем в Заволжье, берем пару булочек и напиточки, погуляем и пойдем по делам. Сейчас мы едем в Заволжье и проехали мимо автомагазина, где продаются подержанные автомобили, и там есть праворульки, сейчас мы их посмотрим. Блин, классный звук. Звук, да, такой четкий. Обзор на вкусняшки из Китая. Друзья, у нас ездили в Китай, привезли всяких вкусняшек. Вчера мы разбирали, что и что. Пытались перевести, но я часть уже забыла. Это понятно, что лапша. Но вот это мы не поняли так, что это за продукт, с каким вкусом. Это яичная лапша с томатным вкусом. Здесь два вида чипс. Здесь как будто бы тыквенные, но в составе, конечно, больше пшеницы, но есть и тыква. Уже их открыли, мне не понравилось, потому что вкус роллтон в сухом виде, в специи очень похожи, как-то меня это смутило, и они довольно-таки острые. Здесь, я так понимаю, красный картофель, что это, слайм. Вот это самое странное. Ребята объясняли мне, что это. Я забыла и не поняла. Мне кажется, что это типа каши. Пытались мы перевести, но что-то там непонятное. Непонятно, сладкое или соленое. В общем, надо тестировать. Здесь два очень красивых таких дрипа. Это кофе. Если вы смотрели влоги, то вот Саша вот так вот делал иногда на природе кофеек. Это тоже какой-то напиток. Вот, видите, инструкция. Я так понимаю, что чаек. Носочки Шанель. Шанель, что? Вафельки миленькие. Это конфетки-печенюшки и вот такие конфетки. Очень большое спасибо ребятам. Привезли нам так с Японии разные классные штуки необычные. Вот сейчас с Китая. Хочу вафельку сегодня попробовать. Напиток вот интересно. Это вообще, конечно, удивительно невероятное. Приехали погулять в Сосняк. Не были здесь, дорога не очень отсюда хорошая, мы просто знали, что есть вот такое место.
Решили проверить, как здесь, что здесь. Миленько, красиво. Собака безумно рада. Сосны красивые, сегодня довольно-таки прохладно. Это очень хорошо после такой жары, которая была все эти дни. Так что гуляем и дышим. Всем привет! Сегодня у меня день рождения. Мы приехали на завтрак. Хотели бы вас от всего нашего коллектива и от вашего молодого человека поздравить вас с вашим замечательным праздником. Спасибо. Да, еще раз днем рождения вас. Разлетелся. Мы пересобрались, заехали за Аней, сейчас ждем ее и едем в конспортивный клуб на конную тренировку. Котик раз и еще коте. Котик 3, котик 4, котик 5. Йо, вкусненько. Ты глазки-то вообще где? Вымотинчик. Такое пушистико, такое пушистико. 50 минут, наверное, уже будет на голову. Привет, зайка. Привет. Хорошо, посмотри. Мы в Костроме, только что пообедали. И сейчас гуляем по набережной. Мы здесь уже были, но были зимой. Так что посмотрим, как здесь поменялось все.
Пошли, пошли. Мы вернулись в Костромы Вереславль. Сейчас Аня зайдет домой, мы зайдем домой, оставим собаку и поедем в центр города, зайдем куда-нибудь в бар, посидим, возможно, погуляем просто по городу еще и еще проведем так вечер. Я убрал камеру. Сзади тебя безумный тигр. А? Лев безумный. Это мой друг. Моя подруга. Да, да. А вот Виталик, смотрите. По вечернему Ярославлю уже ищем третье заведение сейчас будет, которое нам понравится по десертам, по атмосфере. Варшава. Потому что мы в Варшаву приехали утром. Мы проходим мимо. Здесь был какой-то концерт. Уже все открыли. В общем, попали в тусовку. Оказывается, сегодня последняя пятница лета. Все гуляют, отдыхают, поэтому очень много народу. А у Ани? Её морс. Ну что, мы дома, время 00:00. День рождения официально закончился. Сейчас, надеюсь, мы с Сашей еще потанцуем. Одну песенку он мне обещал. И уже будем отдыхать. Завтра будет какой-то фестиваль на Стрелке в центре города. Поэтому мы еще раз увидимся с Аней. Продолжим день рождения. Погуляем. Надеюсь, погода будет хорошая. День был очень классный, насыщенный. После этих прогулок в поиске какого-то места посидеть, мы наконец-то нашли бар, который я изначально и хотела. Было полно народу, мы сидели за барной стойкой. И когда поздравляли, уже было очень поздно, уже все уже уходили. И у них в баре установлен такой, знаете, колокольчик, как на кораблях, такой громкий. На весь бар они гремели, всем говорили хлопать. И, в общем, было так громко и шумно. В общем, было здорово. Так что сейчас мы будем завершать этот классный-классный вечер.